Сегодня в программе новый сезон «Зачет ТВ». Уютный вечер. День юриста. Выборы ректора. Мы вернулись. С вами, как всегда, самый актуальный выпуск новостей на «Зачет ТВ». А у нас новая студия. И мы начинаем. Добро пожаловать на новенькую студию «Зачет ТВ». У нас здесь все по-домашнему. Это Даниил, он генератор идей «Зачет ТВ». Артур вот пихает свои пальцы куда не положено. Зачем? Узнаете в нашем новом проекте. Здесь создается музыка для наших сюжетов. Здесь у нас и учатся, и монтируют материал. А это наш... Ты кто вообще? Максим создает графику для наших сюжетов. А это Витя, наш ведущий. Сзади находится камера, на которую мы снимаем все наши сюжеты. А это хромакей, под который мы подстраиваем нашу студию. Вот такие вот дела. Вот наш краткий обзор нашей студии, и мы продолжаем. К нам вернулись всеми любимые уютные вечера. Теперь ты сможешь замечательно проводить время со своей девочкой. Не тратя на нее ни копеечки. Приносите на наш общий стол свои конфеты, печенье, воду, чай. Тепло одевайтесь и не забывайте одеялки. За подробной информацией переходите по ссылке внизу. О том, как прошел первый уютный вечер, далее в нашем сюжете. Привет всем! Это «Уютный вечер», традиционный просмотр фильма «На гадом уже 16-м общежитии». В эти холодные осенние вечера приглашаем всех на просмотр нашего фильма. Получите массу позитивных эмоций, новые знакомства. «Уютный вечер» при поддержке самоуправления ПОПа. Приходите! Первый раз в этом году очень классно. Я думал, сейчас приду, тут будет как в прошлом году, просто стоять парочку столов, там, чай какой-нибудь фиговый. А тут как массовый и вместе с информационным комитетом просто по-бесному все устроили. Что ты думаешь про сегодняшний вечер? Сегодняшний вечер организован на принципиально новом уровне, в первую очередь. Организаторы подошли к этому очень ответственно. Было задумано очень много разнообразных фишек, которые должны были примениться. К сожалению, из-за технических трудностей мы не смогли их сегодня реализовать. Но я думаю, в дальнейшем, в принципе, мы сможем продемонстрировать принципиально новый уровень организации мероприятий в студенческих общежитиях. Дякую.
Перший раз на такому заході. Ну, мені спочатку подобається, а подивимося, що буде далі. Мені здається, атмосферно, так можна попити чай, можна послухати музику. А, дуже хороша команда. Надіюсь, все у вас буде добре. Дякую. Дякую. Октября в ночном клубе «Миста» студенты Юрки праздновали День юриста. О том, как это было, далее в нашем сюжете. Сегодня, 8 октября, все студенты Юракадемии от первокурсника до пятикурсника собрались в клубе «Миста», чтобы отметить свой профессиональный праздник. Давайте поинтересуемся у них, как проходит их веселое время. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Oh, 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 oh. And nobody loves me better. Makes me happy. Makes me feel this way. And nobody loves me better than me. Установлен законодательством норма права, которая в себе заключает диспозицию, диспозицию, гипотезу и санкцию. Все смешали вместе. На каком вы курсе? Пятом. Что вы можете посоветовать юристам, которые младше вас, первокурсникам, которые только поступили, у которых вся жизнь впереди? Учите ТГП ради бога. Учите ТГП ради бога, первокурсники. Не в клубах ходите тусите, а учите ТГП. Вот. А как вы представляете идеальное окончание сегодняшнего вечера? Не нужно спрашивать об этом, пожалуйста. Вы давно отмечаете этот праздник? Не очень. Не очень давно, да? Но вам нравится, вы... Все понятно, спасибо. А вы пошли в Юракадемию, потому что вы захотели или вас заставили родители? Хотел, конечно. Они не вправе меня править. Вы не вправе вами править. Не вправе, я вправе. Вы вправе кем править? Собой. Собой и еще кем-то, может быть? Ну, как получится уже, знаете. День юриста. Что значит лично для вас? Во-первых, я хочу чувствовать, что люди нуждаются в моей защите. Именно поэтому я решил стать юристом и во благо общества. А почему вы решили праздновать этот праздник именно в МИСТе? Место очень нет. Хороший клуб, я сказал, нет, и приятная атмосфера, и очень все вкусная вечеринка. Какой впечатление придаете празднику День юриста? День юриста? На данный момент это наш будущий праздник, а сейчас мы просто отрываемся за будущее. Я желаю всем юристам и будущим юристам хорошего настроения в этот день. Пусть все отпразднуют, как хотят. Любите, живите, учите. Новость, о которой мы не могли вам не сказать. В нашем университете теперь новый ректор. Герой Украины Тацый Василий Яковлевич. Мы всем коллективом поздравляем ректора с победой. Желаем плодотворной и успешной работы во благо вуза, крепкого здоровья и долгих лет жизни. С вами была Яна Бригида и Витя Балан. До встречи в самых актуальных новостях за черту. Ау.